Привет! Привет! Эй! А, нет, показалось. Что такое? Естественно, я буду делать неестественные вещи. Руками вот так вот жестикулировать. А, ладно, поехали. В июле нам исполняется, знаете сколько? Ровно 3 года. 3 года. Хочется поблагодарить всех друзей, подписчиков, которые ставили лайки, делали репосты, рассказывали в соцсетях и просто передавали информацию звуком. Вот так вот. Ту-ту! Именно за вас я хочу поднять праздничный торт. Ну и какой, скажете вы мне, праздник без свечки? Зажигаем! Тусим! У нас стартует абсолютно новый проект, где мы просто рвем на корню вашу ложь. Я буду разрушать все мифологические легенды, мифы и всякие там околонаучную бильберду. Я даже закалю себя сосиской. Мы учли все ваше нытье, когда вы говорите, что кухня слишком длинная, слишком скучная. И теперь мы запускаем новый проект. Мини-кухня называется. Она будет гораздо более короче и еще гораздо более скучнее. И теперь кухня не просто ядовито смешная, она еще и информационная, полезная. Не то, что вот этот вот шлак по телевизору. Максим, какой шлак? Ну, Баума. Ты не замечал, каким полезным дома может быть рубанок? Он не то, что полезный, он даже целебный, я бы сказал. Если бы у строителей была мода на рубанке, он был бы хедлайнером. Рубанок, как говорят, всему голова. А вот один мужик, которому рубанком отпилил голову, так не говорил. Ну, о рубанке можно говорить вечно. Давайте лучше поговорим о рубанке. А вот ты знал, что на автозаводе рубанком строят наши автомобили? А, ну это известно. Я там на рыбалке, представляешь себе, вот такого клеща отпустил прям вот так вот. А он мне берет своим хвостом, обратно вещей мне надает. Мы уже с рыбой, короче, деремся. Я уже вот так вот. Алло, да, мам? Нет, ничего не получал. Но вы же понимаете, что это просто анонс нашего нового крутого ролика. Это даже не телефон. Кстати, Гитлер очень любил кошек. Знаешь, какая у него любимая порода была? Какая? Майн-кун. Интересные факты о майн-кунах. Майн-кун не ящер. Друзья мои, я хочу поделиться с вами сверхзвуковой, чумовой новостью. Мы наконец-то подключили партнерку на Ютубе. Гуляем! Тусим! Тудулист. Собрать 100 лайков под аватаром есть. Подключить партнерку на Ютубе есть. Что я буду делать после 6 есть. И вы не поверите, но уже с партнерской программы мы заработали 40 центов. Это как 50, только 40. И на заработанные деньги мы купили себе мажорское очко. Ну что ж, друзья, спасибо за то, что находитесь все время с нами, за то, что рассказываете друзьям, то, что, как и мы, любите юмор, эпохи деграданс. Ждите кучу новых видео, всевозможных. Все, пока, пока. Снимешь, как я потом в стену ухожу? Так вот.